Весной еще вроде чуть блестит, а сейчас ничего нет. У нас вода буреная в доме, и мы уже воду сюда сливаем. Чтобы вода стекала и прямо сюда. Колодец был пустой, совершенно высох. И чтобы нам не копать сливы для раковины, мы сделали вот, протянули сюда. Вода, я вам покажу, вода невыносимая. Мы в ней не готовим, стираем. Если белое постирал, оно уже желтое становится, белье. В воде мы ничего, кроме как полива и умыться. Все программы, какие тут, сколько денег, сколько тут должно выделяться каждый год денег. Вот они. Можно попить? Вот, объемные средства, вот как, в каком, вот в 2011 году должно 7 миллионов выделиться там, в 2015 37 миллионов, вот для водоснабжения вот этого всего. А он и даже вообще, 2015 год, а еще никаких движений, ничего никто не делает. Вот какая вода. О, вот, пользуйтесь этой водичкой, ей полы-то нельзя мыть. Мы живем на Волге. Дорогоград пользуется, все пользуются. Все пользуются, а мы как отшельники, блин. Сколько лет мы без воды? Мы на Волге, а мы без воды.